Вам приходилось видеть погребение не кого-то, а самого себя. Притом не траурное, радостное пение, и все присутствующие с радостью глядят. Не видели? Не слышали? Как жаль. А это все у нас сегодня было. И не на кладбище надгробная скрижаль, а воскресение из мертвых возвестило. Здесь из воды воскресшие восстали. В сиянии пения облеклись в Христа. Они пред небом обещание дали всей доброй совестью пред Господом блистать. При краекратном полном погружении вода сомкнулась, ветхая скрывая, невидимое страшное сражение на берегу над пропастью у края. Священник изгонял святой молитвой нечистых духов из воды и из тела. Над головой воскресшего вздымались волны плиты кладбищенских надгробий, что истлели. Рожденные евангельскую вестью от проповеди, полюбив Христа, на память о Голгофе носить нательный крестик. Здесь во Христа спасение облекутся. Незримо при крещении Дух Святой нисходит, поселяется, объемлет, засохший распускается расцветок, из рабства с торжеством похищен пленник. Пловцы счастливые, они на берегу, спасенные из моря черного, багряного от горя, что позади не пожелая врагу. О правильном крещении сегодня всюду спорят. Свидетели живые, дай-то Бог, весь о Христе, его голгофской жертве, другим нести блаженство ваших ног, в свидетельстве, как вы спаслись от смерти. 13 июля 2003 года.